Москвичей предупредили о похолодании. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». И сейчас подробности. Сегодня вечером, 18 ноября, местами в Москве ожидается туман, сообщает официальный сайт мэра столицы. Неблагоприятные условия сохранятся до 9 утра вторника. В этот день, 19 ноября, ожидаются небольшие дожди. Ночью температура составит 1-3 градуса выше нуля, днем 4-6. 20 ноября москвичей ожидает похолодание. К вечеру 20 ноября температура опустится до минус 1-3 градусов. В ночь на 21 ноября ожидается 3-5 градусов ниже нуля, днем минус 1 плюс 3. Ближе к выходным прогнозируется до минус 10 градусов, днем ожидается около 1-6 градусов ниже нуля. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!